наконец-то мы на Бали. Еще на видео снимаешь? Чего? На видео снимаешь. На видео снимаю. Почему фото делаешь? Зачем? Я снимаю. Это старый. Потому что это все как-то очень дорого. Да? Долго? Дорого. Дорого. Мы на Бали в храме обезьян гуляем. Ехали сюда гребаных полтора часа. Вот обезьян живет. А он за нами идет. Он не боится потерять. Прикольно. Прикольно. Хорошо. Водитель наш. Вас наш потрасит. Там где-то обезьяны, мы их потом покрупнее снимем. Такие на нас юбочки надели. Фиолетовенькие. Первые экземпляры. Ромочка, Ромочка, Ромочка. А вот эти у них. Упси. Вот, вот стой. А, она убежала. Боюсь. Куда она убежала? Ёнок. Обезьян. Ну, молодец. Что там не наводит? Хотел по душам поговорить, а тут... Там пока ничего Цветок у тебя снял с головы. Держите меня семеро. Он держит сумку. Все, капец тебе. Да. Он кусается. Ты снимаешь? Тебя целует. Кто меня целует? Ай, боже, зачем он меня? Пытается сорвать тебя. Что ж такое? Это обезьянья мафия. Прикольно ты. Что, там видео снимаешь? Тоже цветок вытягивает из головы. Вытягивает волосы. Что происходит? Смотри, линяшки вот. Линяшка, знаешь об этом? Супер! Что она чешет себе? Just... Роман, just sit there, he will climb on you. Вообще. А что это за... Хотел сказать, что за сорт обезьян? What kind of monkey?
от меня, точно. Он так брат, понимаешь, так все. Подходишь это? В общем, вся эта радость нам обошлась $3.5 на человека, что включало 1.5 часа на такси и вход в этот храм, на эту территорию. $2, не поверите. И можно щупать обезьян. Они чуть не оторвали мне волосы, чуть не покусали Романа и всех остальных. И вообще тут очень красиво.